Так, всем привет, с вами Ярик. Сегодня продолжаю проходить игра эфир. Я это учел ошибки прошлых видео. Кстати, я зашел вообще не туда, куда надо. Тупанул по-жесткому. Так, я понял. Точнее, догадываюсь, куда нам надо. Вообще уходим отсюда, не туда вообще, не в ту сторону, там же оттуда убегали от пильщика этого. Блин, не хочет. Так. Куда тут? Ага, вот сюда. Ползем, ползем, ползем. Даже записываться не будем. Смысл? Так. Теперь я, кстати, учел прошлые ошибки своих видео. Теперь я не буду. А если буду, то это тупить больше. То иногда. Иногда свои видео пересматриваю, иногда несу вообще чушь какую-то. Бред собачий. Блин, как запрыгнуть? О, запрыгнул. Так. Папа-пам, идем. Сюда, вот. Я так думаю, что сюда. Его по-другому никак. Там все заново это идти. Проще так вот сейчас. Да, сюда, вот. Куда наверх, скорее всего. А, да, вот все. Так. Спускаемся вниз. Тут большой папа стоял, которого убили. Так. Даже в инвентарь не заходил. Давай на третью нельзя. Хорошо, давай тогда на третью наш. Эмка заряжена. Хорошо. Это очень хорошо. Так. Сохранимся. То мало ли что опять вылетит. Где ж, не дай бог. Тю-тю-тю. О-о-о. Блин. Точно, я ж его выкидывал. Окей, так. У нас есть тактический фонарь, нам не нужны. Вспышки всякие эти. Так. А куда нам? Надеюсь, сюда. А я все забыл уже. Да, вот. Да я куда? Ну так. Да-да-да-да-да, все-все-все. Все правильно. Так, ладно, можно вырубить. Подождите, так, еще раз посмотрим. Нужно два предохранителя для... Ага. Все. Значит, вставляем предохранители эти, которые нам вообще испортили все вот это. Иди предохранители ищи. Иди ищи то, иди это, блин. Чувак лежит. Отдыхает. И куда его предохранитель? Надеюсь, сюда. Да, он как раз место для двоих предохранителей. Так что... Так. По... What? What the fuck? Подождите, стойте. У меня что, один? Один. Где... Блин, что ты тупить начал? Так. Ой, это нам еще теперь... Все, так один ставили, теперь идем на Station Square. Для того, чтобы ставить... Как там? Station? Да, ага. Я Хейсон Station, блин.
Так. Идем. А там же дверь была. Может там? Сейчас пройдем. Я хотел зайти, но потом подумал, ладно. Это положим. Ставим предохранитель. Мы вернемся. Хейсон. Шейсон, блин. Вообще, блин. Я думал, сейчас игра зависнет. О, папа большой. Что ты гонишь? Вот гоню на, блин. Большой папа. Ну и имя. Да ты... Петросян, блин. Пятого. Видимо, я еще промазал. На, блин. Чувак, иди нафиг. А этого как? На, все, отвали от меня. Я тебя трогать не буду, ты меня не трогай. Мне нужен просто тупой предохранитель. Иди сюда. Уже надоел порядком. О, лопатка. Зараза. Вы гляньте, а. Он же так не отстанет. Идет. О, это можно копать. А это освещение в этой игре вообще тупое. Ну, игра сама прикольная. А, ну правильно. Убегайте, блин. Сюда ты не пройдешь. Бежим быстрее сейчас. Быстрее, Саймон. Ха-ха, мы его обманули. О, шок. И шо? Куды? Пожал, ну-ка, лопата. Давай, шо мы сейчас откопаем, сейчас? Клад. Блин, винтовки нету. О, лопату, кстати, не зря нашли. Патроны будем откапывать. Копывать патрончики. Так. Я тут ищу ямки. Вдруг найду. Откопаю. Тут где-то карта была. Я не понял, не понимаю, как по ней ориентироваться. Ага, вы здесь. Ага. Так, это дверь. А, она же заблокирована была. Точно, да. Я даже помню, войти нельзя было. Потому что она была закрыта. Так. Ну что, нам все обратно придется идти. Подождите-ка, где вообще эта станция уже? Сейчас вспомню все. Так, ладно, давайте по пути. По пути вспомнится. Фак, книга. Книга, блин. Да. Экономия патронов. Вы это видите? Здесь патроны для меня, да? Ох, да. А чё? А во, всё. Всё. Вот это понесла жара. По
патроны на халяву. Где он? Блин, он исчез. Так, а куда? Полагаю, туда придется. Блин, как его? Где-то загадку решали. Ой, чё, да куда, нет. Снег идет. Это круто. Папа, самолетом летит, я слышу. Но нам не до самолетов, нам надо пройти край Офир. А куда? А, блин. Господи, нам туда надо. То есть две обоймы. Это тоже круто. Обоймы никогда не бывают лишними. А, вот. Я вообще правильно иду, а то буду сейчас ходить, блин. Возвращаемся. Ага, сразу наткнулся. Так, идем. Не люблю эти длинные коридоры. Могу лопату, я не знаю, отковырять там. Сейчас-то вообще никак. Не нова. А, щупальца. Куды? Угу. А, тут обойма была, да, я помню. Песок. Песок. Ёпта. Вот это... Вот это... Ой, блин, только что задумался на пару секунд. Господи, я вообще... Ладно, давайте как я побегаю, блин, найду нормальный путь, я к вам сразу вернусь. Да, продолжаем, я, блин, фиг знает сколько бегал по одной и той же локации, искал где-то минут 30-40, да точно, я не засекал. Чуваки... Патроны скоро кончатся. Блин, накаркал. Так. Хедшот. Так. Все так. Легко как-то справляемся. То-то-то-то-то. Опа! Хедшот. Yes! Мадафака просто. Все, блин, не представляете, как я рад. После того, как я... Ой, как я мучился с этими фигнёстями. Блин. Теперь понятно, главное, куда идти. Так что... Всё офигенно. Ой-ой-ой. Что только сейчас заметил. Надо замахнуться. Морфом. Морфом, так. Морфом замахнулись. Сохраняемся. И все офигенно. Идем дальше.
Да, кстати, пришлось по этим ходить. Так. Никого нет, просто осматриваюсь, да вдруг подстава где-нибудь. Ой, сейчас там, наверное, монстров будет. Нифига себе, никого нету. Странно. Но это карафир, надо ожидать всего, что угодно. Это такое правило, правило номер один. Ожидать все, что... Всего. Все, что угодно от игры можно ожидать. Мы вооружены. Пистолетом, хотя... Еще... Хотя бы еще две обоймы не помешало бы. Хотя я собираю какие-то обоймы. Стойте. А, идем. Собираю обоймы для какой-то... Какой-то вы... Что там, какой-то пистолет. Который я выкинул. Какой-то пистолет очередями по три патрона. И я выкинул. Поскольку у меня не было к нему ничего. Я подумал, ну будет правильно его выкинуть. Это была моя ошибка. Ошибся. Где друг наш? Гигант. Я его так не убил. Подумал, я что буду тратить на него патроны. Так. Чувак. Сейчас пробежим. Пускай живет. А то я его брата убил. Как бы. Будем думать, что не братья. Так, идемте. Наконец, я даже не представляю, как я рад просто. Сколько этот долбанный предохранитель искали, это вообще. Все, наконец-то, аллилуйя. Так не терпится его просто вставить. Так, ну, врубаем фонарик. Идем. Ну, где-то, правда, где-то минут 40 бегал туда. Я же, конечно, приостановил запись. Я подумал, вот вы не будете смотреть, сколько я тут бегаю. О, наконец-то. Сохраняемся. Правило номер два, всегда сохраняться. Всегда. Наконец-то. Я застрял, а все. Чё-то так, спускаемся. Чук, ну, погнали. Так. No entry. Нет хода, типа. Угу. Конечно, нет хода. Угу. Он тут бежит. Ай, блин. По мне берут, просто палят. Так. Хоп! Зараза. Кто-то тут... Хуба. Хедшот. Просто хедшоты полетели. Мне что-то песню вспомнил. Кто-то стрелял. Так, не, кто-то стрелял, правда. Так. Блин. Давайте перезарядим все это. Мало ли что. Ну, конечно. Четыре обоймы это. Чувак, блин. Как я пересрался у меня. Реклама. Морфа. Ладно, давайте наверх. Блин. Мне же все кажется. Блин, серьезно, блин, если. Капец, сколько этого доктора ищем, он бы уже спокойно ушел бы. Дали, ух ты. Сломаем обязательно. Хотя давай. Опа! Power Ranger, давай ломаю. Ломает, ну окей. Идем. Идем, идем. Ну так.
кому-то можно вырубить фонарь. Сколько динамик? Поезд отложен. Сигнальных линию. Ой-ой-ой, текстуры. Ой, я вижу. Вы это видели? Сейчас вам покажу. Вот, о. Текстуры. Сэкономили. Что это? I want my friend back. Food. Нога. Принести ему ногу обратно. Прикольно. О-о-о-о. Сейв, Вик, мой любимый. Так, ничего нету. Ладно, ничего нету, уходим. Как там можно поезд? Вы издеваетесь надо мной. Это не игра, это... Блин. Зараза. Эту игру можно было бы спокойно, блин. Капец. Игра садистов, блин. Вы чё, люди? Какой части тела дарились? Ой, не-не-не, вы здесь... Вы предлагаете Ой, блядь. Ну, вас задницу. Куда сейчас обратно идти, ну... Мне... Ну, да, блин, нажимает. Ну, давайте, что ж. Идемте. Идем. Стена. Угу. Так. А вот чем? Так я отвлекся тут. Чем предохранители, если я вытащу, я то есть сюда не зайду. Ёпт, налево. Блин. Так тут. Такое чувство, как будто эту игру садисты делали, вот серьез. Специально вот мучили. Типа играй край эфирный. Хорошая игра. Капец. Не, если я вытащу, я сюда не войду. А по-другому я не вижу вообще никак. Может, как-нибудь, я не знаю. Вот здесь лопату выкинул, поскольку... А, я даже их взять не могу. Блин, ну я не знаю. Капец. Только зашел и сразу же требует. Требует еще предохранители. Не, всерьез, я не знаю. Давайте, значит, забежим туда. Так, тут нету ничего. Может, тут предохранители будут? А, хрен там. Нас просто просто говорят, где-то нафиг. Так. Кувал... Ой, кувал, блин. Молотком можно было бы тут. Кувалдочкой. Точно, это фильм вспомнил. Кунг-фу панда, кувалда. Вот тоже хороший фильм был, кувалда. Можете в интернете набрать, найдете. Посмотрите, правда прикольный фильм. Не помню, кто снимался, по-моему, этот. Блять. Забыл, как чувака-то звали. Который еще снимался в последнем бойскауте. Уильям как-то.
Еще в Крепком Орешке снимался этот лысый. Раньше он был с прической. Вот он снимался, по-моему. Так, там закрыто. Ага, там закрыто, окей. А как нам? Ой. Это чувак страшный. Ну-ка, там что будет? Сейчас посмотрим. О, господи. Ну ладно, тогда погнали, что ли. Так. Вот это вообще. Напугал меня. О, кувалда. Так. Угу. Странно. Тут дверь не открыть. Бля. Твою мать, как я посрался, я серьезно, блин, это вообще. Ща кувалды, блин, патроны сэкономим заодно. Кувалда сейчас всех тут разнесу, ёпта, мотафака, бич, где? Сейчас. Сейчас буду get back, мотафака. Оба. Оба. Ха-ха. Так. И что? О, идея есть. Сейчас мы взломаем. Не, я всерьез. Хоть убить, я не знаю, что делать. Так, я, кажется, понял, вспомнил кое-что. Сейчас проверим, если это работает. Сейчас, так. Где? Да не то. О. Так. Вот. Сюда вроде можно кувалду втащить. Взять. В принципе, оружие клевое. Ага. Господи. О. Так, все, мы разломали. Идемте. О. Напряженная музыка. Ай. Зараза. Угу, идемте. Вот. А эти чуваки. Или это доктор? Фиг поймешь. Нифига себе. Пиздец. Конечно, извиняюсь, но это... Так и есть. Ой. Ёпта, нама, чуть не упал. Оп. Таксисты какие-то, так. Так, идем. Пипец, сейчас грохнусь. Угу. Вообще куда надо, так? Сюда. О, да. Угадал. Идемте. Психушка. Чё тут? Тут... архив. Моя жизнь. Что? Так. Орту... дитя лежал на дороге. Затем так поздно направлялась. Путь. Юнец.
Почему? Сугубо разъем. Так. Сломано физически, сломано морально. Угу. Давайте машинку уберем. Ага, книга. Где книга? Пистолет еще есть. О, то не было. Не было. Тю. Я удивляюсь, вообще всякая фигня. Книга. Ага, коляску давайте выберем. Или давайте, знаете, заново. Машина. Коляска. Книга. Пистолет. Блять. Думал, сработает. Давайте в обратном порядке попробуем. Угу. Машина. Ага. Ну вы поняли, я думаю. Ты что-то вообще уже. Твою мать. Ой. Я вообще не знаю, куда идти. Так, что машина? Ага. Так. Угу, книга. И пистолет. Нет. Я не пойму так. Угу. Так. Ну, записка как записка, так. Вот это в обратном порядке пистолет. Книга. Каталка. И машина. Должно получиться. Блин. Она. Книга. Каталка, давайте. Машина и пистолет. Пистолет вот. Господи, вы гляньте, а. Ай, блин. Я не понимаю, что делать. Так. Я все перепробовал. А может не все. Я не знаю. Так. Давайте тогда что? Машина. Каталка. Так. Книга. Еще раз книгу. Ну, я так предполагаю. Ну, я ничего не предполагаю, просто не знаю, что делать. Машина, давайте. Лет. Так. Блин, я вообще, я хожу куда попало, вот хоть убейте. Пипец. О, господи, я уже где-то минут, не знаю сколько минут брожу, блин. И, так. Сейчас сюда давайте попробуем. Так, куда
Я вообще запутался, это хоть тебе эти. Хрена. Вышли наконец. Фига. Тупо бродил, фиг знает сколько. О, дать хоть. О, блин, хоть отдохнуть вообще. Ладно, давайте погнали. Да пройдем все-таки это. Это окно. Это окно. Ага. Ну, понятно, опять лабиринты. Ты чё за... Это вот... Это червяк Джим, смотри. Давайте за ним, блин. А я вот так вот сейчас. Ну да, в принципе, понятно. Сука. Да, да. Фух, так. Идем. Я вообще иду куда попало, так что... Ага. Господи, это я успел затормозить. Блин. Червячок Джим нас убил. О, мадафака. Так. Застрял, блин. Так. Так. Блин, ничего не помогло. Серьезно. Давайте так пойдем. Ага. Бежим, просто бежим. Ага. Так. Он идет туда, куда мне надо. Я по кругу, кажись, хожу. Так кажется. Но где за ним будем идти? Побежали. Бля. Кружили меня уже просто. Не могу говорить ничего. Я в шоке. От этой игры, блин. Давай, червячок Джим, который на крючке. Поймали его все-таки на рыбалке тебе. Блядь. Сразу. Они меня кружили, походу, все же. Не знаю, куда идти. Так. Ага. Ага. Кейс, так. В
Так. 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 Джин. Не надо. Так. Идем, идем. Тополиный пожараю. Так. Блин. Я серьезно, я по кругу этого хожу. Потому что не знаю, куда мне идти. Так, ага. Типа сюда. Типа сюда. 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 Ага. Джин. О, выход, выход. Давай. О, все. Нифига себе. Доктор, он получает серьезную травму. Блин, не успел. Сюда. Все, наконец, выгляньте. Господи. Он ползет, Саймон. Давай, давай. Давай, давай. О, дверь приоткрыта. Давай. Закрой. О. Срань господня. Срань господня. Твою ж мать. Твою ж мать. Я был на волоске. Я был на волоске. Как бы да и как бы нет. Оно все, что здесь. Ха-ха! Какого хрена? Отсюда ли я пришел? Нет, отсюда ли я пришел? Нет. Нет, 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 нет. Определенно что-то определенно не так. Мне нужно спешить. Пока еще что-нибудь не случилось. Нужно спешить. Куда? Богатство. Во имя добра. О! Пом! Хедшот! Я его как умею. Нифига. Ходячие патроны. Можно перезарядиться. 6 обоим. Куда нам столько? Вообще откуда они берутся? Так, у нас место есть. А кувалду можно выбросить, пожалуй. Хе-хе. Все, два предохранителя, валим отсюда к черту. Так, ладно, не будем пока. Пока нормально. И теперь... Так же... О, чувак. Чувак, чувак, блин. Промазал сколько. Где... Идем через этот путь, через лабиринт проходить. Теперь это нормальный коридор. Оба! Прикол. Блин, игра нас троллит, это по-полному. Я всерьез. Это вообще... Это ненормально. Сколько можно спускаться? Угу, во. Так это... О май гад. У Саймона не все дома. Это точно. Ой-ой-ой. Блин, это у меня привычка вообще вошла уже. Привычку снимаю... Где-то час, может даже два, а видео уходит по 20 минут. Я ж... Зато весит много. А. Все, валим отсюда. Так, теперь валим в... А сохраниться. Вот сам нажму. Даже сохраниться не дал. Ну вот мы сели.
и валим домой. Блин, я же пипучий. Наконец-то. Конец игры. Не верю. Блин. Снова в поезде. Сижу тут, как кретин. С ощущением того, что я занимался этим несколько секунд назад. Нет, нужно все расставить по порядку. По порядку. Меня сбила машина. Я очнулся, и эти твари пытаются убить меня с тех пор. Но все же, что на самом деле случилось со мной? Ты наркоман. Он продолжает звать меня домой. Но что толку? Как это поможет мне разобраться со всем этим безумным дерьмом, которое я видел? Я даже не Никак. Могу спалиться отсюда. Все вокруг какой-то гребаный дурдом. Может быть, все это просто галлюцинации? Нет, правда, такое возможно? Тут есть симка плохая. Или МТС нам было покупать. Мысли снова возвращаются к этому доктору. Угу. Он явно чокнутый. Но мог ли он что-то сделать со мной? Ведь он был в противогазе. Или это все вообще нереально? Я уже ничего не понимаю. Я абсолютно сбит с толку. Столько вопросов и никаких ответов. Что ж, посмотрим, что случится, когда я вернусь домой. Так, ага. Где наша сохранялка? Сохраниться надо. И уже давайте продолжим в следующий раз. Ты, ой, блин. Устал уже. Реально, ой. Так. 8 часов уже вечера. Ну ладно, тогда давайте закругляться. Спасибо за просмотр. Спасибо всем подписчикам, которые подписаны на мой канал. У меня в группе ВКонтакте голосование я создал. Так что можете проголосовать, за какую игру будем проходить в следующий раз. Помимо края эфира, то скоро это пройдем, мне кажется. Вот. Надо какую-то еще игру проходить. А какую, вот я не знаю. Выбор не столь огромный, но все равно не знаю даже, какую игру поиграть. Какую пройти для канала. А так вы выберите, и все, никаких вопросов. Спасибо за просмотр. Спасибо всем подписчикам и всем пока.